насыпаем Skittles в Pop-It. А теперь время добавить шоколад. Отлично! Дадим шоколаду затвердеть, и можно вынимать. Вуаля! Самодельные шоколадки! Ай, как болит! Мам! Мам, помоги! Что случилось? Боже мой, ты в порядке? Бедняжка, что произошло? О, только не трогай, мам! Мамочка тебе поможет! Погоди, у меня идея. Можно взять твой телефон? А, Pop-It, не оторваться. Мам, у меня кровь вообще-то. Эй, эй. Что? Ой, прости, я сейчас. Ого, ей вообще есть до меня дело? Мам, ты где? Как дела у моей девочки? Смотри, что у меня тут. Это на локти, на колени и, конечно же, на голову. Вау, спасибо, мам. Теперь можно падать со скейтборда сколько угодно. Ты отлично выглядишь и безопасно. А можно еще пойти поиграть? Конечно, иди. Моя мама лучшая. Что это за мячик? Ух, прикольно. Посмотри на него, он такой мягкий. Ух ты, очень круто. У тебя столько всего прикольного. Да уж, как приятно его сжимать. Интересно, что будет, если я потяну за один из пупырышков? Ух, он так далеко вытягивается. А, о нет, он порвался. А, всю игрушку испортила. Гляди, что случилось с моим мячиком. О нет, какой ужас. Минутку, у меня есть идея. Берем шарик и отрезаем верхушку. А затем делаем вот так. Окей, теперь нужен еще один шарик, другого цвета. Наполняем второй шарик водой. А еще добавим туда блесток. Перемешаем, а затем крепко завязываем шарик. Нужно, чтобы узел держался. Да, получилось. Такой красивый. Хей, держи, это тебе. Вау, этот мячик не хуже первого. Да еще и блестит. Он мне так нравится. Спасибо большое. Что еще здесь есть? У, вот это может быть интересно. Вау, прямо как дискошар. Гляди, он взлетает. Прямо как волшебство. Так круто. Сейчас его запущу. Да, отлично летает. Эй, не трогай. Это мой летающий спиннер. Ладно, ладно. Ха, у меня есть крафтовая бумага. Да, из нее можно что-нибудь сделать. Из бумаги выйдет уйма крутых вещей. Загну этот уголок в центр. И другой тоже. Хорошо. Здесь будет немного труднее. Надо следить, чтобы все сошлось. Вот так. Теперь опять раскрываем и складываем кончик. Дальше придется повозиться. Нужно сделать еще один продольный сгиб. Уже начинает вырисовываться. Ура! Готово! Я сделала чудесный бумажный самолетик. Проверим его в действии. Воу! Ничего себе! Так здорово летает! Осторожно! Он на нас летит! Прямо как настоящий самолет! Эй! Спиннер, куда ты? Кому нужен спиннер, когда есть отличный бумажный самолет? Вау! Вы только посмотрите! Я стану баскетболисткой, когда вырасту! Что тут за шум? Бабуля пытается поспать! Что с комнатой? Какой беспорядок! Я смотрю телевизор! Ох уж эта современная молодежь! Ладно, приберусь! Подожди, я все маме расскажу! О нет! Моя спина! Будь умницей, помоги бабуле! Минуточку, а это еще что? Кажется, я знаю, что заставит ее поддерживать порядок. Прикрепим кольцо к стене над корзиной для игрушек. Смотри-ка! Не хочешь, как там молодежь говорит, закинуть в кольцо? Круто! Давай! Получилось! Еще хочу! И бабуле не придется прибираться. О,
Оп! Чиу! Будь здорова! О, конфетки! Возьму немного. Что-то тут не так. Мои зубы пропали. Это так круто! Смотри, бабуля! Нет, мои зубы! Кажется, все. Всегда пожалуйста, бабуля. Рисовать так весело. О, как красиво. Главное, не выходить за контуры. Дорогая, отгадай, что? Пора купаться. Не, не хочу. Я рисую. Что, что? Вы идете в ванную, молодая леди? Нет, отстань, мам. Откуда в тебе столько силы? Хм, должен же быть способ заманить ее в ванную. А эти мелки могут пригодиться. Дорогая, смотри, что у меня есть. Что? О, Милки, я хочу. Тогда пойдем со мной. Милки! Ну что, держи. Теперь можно нарисовать что-то красивое. Обожаю купаться. Смотри, мам. Не, не нравится. Так-то лучше. Пора выходить. Нет, не хочу. Хочу остаться здесь. Только не это. Торт почти готов. Финальный штрих – взбитые сливки. Прямо в центр, вот так. О, чуть не забыла. Вау, торт! Хочу поесть этих взбитых сливок. Нет, это не для тебя. Но я хочу! Эта посыпка тоже пригодится. Оф, что такое? Я тебя вижу. Я сказала нет. Аппетит себе испортишь. Мам! В чем дело? Что такое? Там паук, что ли? Да, тортик мой. Ничего подобного. С тобой свихнуться можно. Чтобы я тебя тут не видела. О, она поставила его в холодильник. Повешу это вот здесь. Хм, как-то подозрительно тихо. Надо защитить торт. Сделаю замок на холодильник. Крючки по обе стороны и вот такие резинки. Отлично! Теперь он до торта не доберется. Надо было давно сделать такую штуку. Не обращайте внимания. Я просто цветок. Сработало. Она меня не заметила. Сейчас буду пировать. Дверь не поддается. Это нечестно.